А мы на ракетном складе, с вами 5 по 74. Что-то я забыл, откуда я пришел, с лифта или с двери. Да, и пушка, лазерная пушка, которую мы подобрали в прошлой части. Я не знаю, у меня такое ощущение, отсюда мы пришли, что она все-таки бесконечна, потому что я проверил ее в конце прошлой части, не знаю, выстрелов 50, наверное, сделал с помощью нее. Энергия у нее не села, ничего не села, поэтому... Ну, халява, что я могу сказать? Будем сейчас только ей пользоваться. Ну, если только, конечно, патроны от Магнума у нас будут в большом количестве. Что я смотрю, она неплохо шмаляет. Сразу такая музыка, просто ту-ту-ту-ту-ту. А вот и Фан Лин лежит. Ванис! Чего-чего? Ванис? Как тебе не стыдно, Брюс? Хороший агент никогда не возьмется за такое рискованное задание. Сейчас такой голос был. Наверное, все из-за моего фраза. Спасти женщину — это стоит того. Что с голосом? Или, может, в игре так? Уборщик! Чего? Кто уборщик? Морфеуса первого. Что это значит? Убить Морфеуса? Я вообще не понял, я могу в свой инвентарь зайти или нет? Я вообще ничего не могу сделать, я жму все кнопки. Я основную кнопку жму, это кнопка моего инвентаря. Все что ли? Да ладно, я мертв. Господи. Это бред. Этот Морфеус мне вообще ничего не дает сделать. Я жму кнопки инвентаря, чтобы зайти и полечиться. Ни хрена ничего не помогает. Я ненавижу эту систему боя, которая здесь поставлена. То есть все получается, оно, не знаю, как его называют, меня запирает, и все, я ничего не могу сделать, ни встать, ни лечь. Пауза не помогает. Не пауза, а кнопка инвентаря. Где он? Ну, да что такое? О, господи. Дуло, короче, не хочет поворачивать.
это срабатывает, нет? Ой-ой-ой. Короче, пока эти вертюля там идут, лучше бежать. Здорово, вроде бы. Я даже отбежать не могу. Меня, наверное, зажали, и я не смогу убежать. Все, хана, хана. Вообще ничего не могу сделать, ничего не могу сделать. Нет, успел, успел, ладно, успел. Сейчас успел. Ну и дальше что, и дальше все. А все, она пошла. Сальтомортали, блин! Я смотрел, она уже вернулась. Ну давай. Мне интересно, вот этот синий барьер. Это что, я разбиваю его броню или что? Я не понимаю. Да. Лучше лежать, не вставать. Не вставай, не вставай. О, господи, что делать? Я не понимаю. Да, это я, наверное, смотрю на тупейшую битву с боссом. А что, здесь уклоняться, что ли, можно? Назад и... Завтра shift. Так, 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 так. Да черт! Я с перепугу. Повернулся чем-нибудь. Бегать вот такими кругалями. Где, где она, но они. Неужели я ее свалил с ног? Охренеть. Не знаю, я, наверное, пока паузу нажму, потому что здесь возможно воевать можно до бесконечности. Что можно сказать, я один раз уже успел умереть, и второй раз вот сейчас я дерусь в упор, неплохо пострелял вот этого Морфеуса. Что я понял, что на завтра shift это действительно как поворот, его надо вовремя выполнять. Вот, оп. Понял, я его ударил или... Блин, прозевал. Или здесь как-то... Вот, вернулся.
еще получается. Был момент, когда я жал, так у меня неплохо получалось. Понятно, тут из-за торможивания, я не знаю, когда сжать у ворот. Так вот, и также у меня тактика избегать в угловую, то есть по диагонали сюда. Сейчас я лучше простянусь обратно туда будет. И желательно вот убежать через эти... энергоносители какие-то. Так как бывает, бьет током, так может попасть, если по прямой бежать, поэтому лучше бежать. Господи, даже не знаю, сколько еще придется бегать, аптек, к сожалению, вообще мало. Разгон, черт, опять я попал. Но лучше опять бежать в другую. Ладно, опять пауза. О, кажется, добил. Пару выстрелов, и она, он, оно загнулось. Фух. В принципе, прошло немного времени с последней моей отключки, там еще пару выстрелов, так что выдержать. Фоулин! Можно. Фоулин! Фоулин! Я все сделал, я убил это чудо, Юда. Ах, почему тут ты меня спас? Твое главное задание — нейтрализовать ракеты. Да пошло оно все в жопу. Настоящий мужчина никогда не бросает женщину. Да, вот так. Пошли! Я не понимаю, о чем они говорят, но лучше бежать. Очень сложно. Нам никогда вовремя не успеть до ракет. Я буду смотреть на монитор и направлять тебя. Ну хорошо, тогда да, за дело. Чувствую, сейчас это не все. Нет, это не все еще. Ну почему же так жестоко? О господи. Опять 5 минут, заметьте. Опять 5 минут. Какой бы резик мы ни играли, постоянно эти злосчастные 5 минут. Да клал я на него. Что за хрень? Что за блевотина черная? А, заметили, теперь внизу титры пошли, уж по разу. Поспеши, а куда поспешить? Ты еще бы знать, куда поспешить. Блин, меня внимает. Стоять, чё, бластер все, ёбнулся? Нет, бластер. Чего оружие не... А, понятно. Нет, ладно, останусь. Следующий направо, ну, слава, слава богу. Ой! Кстати,
кстати, заметьте, не было сохранения. Как это так? Лево. Прям штурмаем. Легкий налево. Через пол, затем направо. Какой холл. Не вижу ничего. Ты это, погоди, раньше времени-то не бузи. Спустись в пол, потом направо. Что-то у меня такое ощущение, я по кругу пробежался. Подвесь? Что это значит, подвесь? Понял, шут. Ну, кажется, я понимаю, надо вот в эти головы стрелять. Окей, окей, я понял. Я не понимаю, почему пистолет не делает 3 выстрела подряд. Блин, а про зомби нельзя было сказать? Или они у меня не отображаются? Ой. Фу. Да, весело. Куда сейчас? Право, еще бы знать, где лево, право. Почти на месте. А, где ракеты залетели? Встретимся там, отлично. А как она-то туда переместится, я не понял. А сейчас куда? А, за углом осталось, за этим. И как эта туша перелазит по всем вот этой и вот этим туннелям? Мне также непонятно. Опять. Как это блевотина большая, огромная. Кусок большой гадон. Самое время отпустить тебя. Самое время. Большой огромный кусок дерьма пробрался через всю эту хрень. Да блин! Я путаюсь. На мышке-то хреново прицеливаться. Что было бы, если я через джойстик бы управлял? Голова, головка, иди отсюда. No bullets, окей. Не работает.
делай. Да, хреновое оружие. 100 с обычным пистолетом. Да, вынос мозга. Президент Ивел вынос мозга называется. Я думал, не мизида тяжелая, тут первая стадия Морфеуса, с которым я вначале дрался. И еще вот это непонятный кусок дерьма. Сколько мне еще с ним воевать? Приятель, у меня заканчиваются патроны. Прости, но мне больше не нужны карты. Последний патрон, надо же. Какое сходство. А то, что я ему до этого 500 пуль в бошку всадил, это ничего значит, да? Последняя золотая коза. А, говно разрастается. Наши герои не успели что-то вырваться. Их накрыло большой кучей фекалий. И все? Это все? О господи, ребят, я такого бреда еще не видел. Я думал, Operation Raccoon City, наверное, для меня была самой худшей игрой по резику, но это, конечно, может с ней побороться. Чем закончится? Получается, все, они умерли? Или нет? Неужели они выжили в этой мегатонне дерьма? Такую субмарину, что ли? Кажется, что мы справились со своим заданием. Фоулин, поедем со мной в Америку. В Китае у тебя ничего не осталось. Ты чё, там миллиард моих братьев и сестер? Нет, я поеду домой. Я принадлежу к Китаю. Ой, как патриотично. Тангуа, вот что это такое для тебя. Ты правда знаешь, что это означает? Я уже однажды был в твоей стране.
Этого не было в моем досье. Все-таки они выжили, да. Ну что я могу сказать по игре? Ну, фанату Resident Evil, конечно, обязательно стоит пройти эту игру. Остальным, думаю, не советую. В принципе, местами довольно-таки неплохо так пострелять, побегать, но, во-первых, слишком коротко, во-вторых, местами непонятно, как вообще бороться, можно ли увернуться от боссов или нельзя, короче, непонятно. Вот. Ну и мало всяких прибамбасов, только аптечки да патроны. Ну, как-то так. Я даже не знаю, для чего Capcom это делал. Видимо, специально решил выпустить такую игру в преддверии Resident Evil 4. Но почему нет? Ну, моя оценка и... 6 баллов из 10, где-то так, по идее. Ну, что ж, с вами был 5P74. Мы преодолели... еще одну игру из серии Resident Evil. Я думаю, встретимся в будущем на других частях. Надо же, зато ранг Б. Всем удачи и пока, до скорых встреч.